Так, дорогие друзья, это наш старый знакомый поэт Юрий Гутин. Вы уже полюбили его стихи, судя по комментариям и по просмотрам. И вот он представит, может быть, не новое стихотворение, но я, во всяком случае, его не слышал. И вы тоже его не слышали. Юрочка. Ну, хорошо. Давай. Паранойя тирана страшнее массового геморроя. Но эффект тот же. Шикарно. Without introduction. То же самое. А нет, зачем варан? Еще раз. Паранойя тирана страшнее массового геморроя. Но эффект тот же. Слушаешь? Давай. Поэту-однофамильцу. Прочитал поэму, очень лестное сравнение, а таз какой класс. Прошу отредактировать, бегу решать сверхзадачу, нет времени, гонорар пришлю имейлом, имейте терпение. Поэту-однофамильцу. Прочитал поэму, очень лестное сравнение, а таз какой класс. Прошу отредактировать, бегу решать сверхзадачу, нет времени. Гонорар пришлю имейлом. Имейте терпение. Белый стих. Спасибо. Неплохо. Называется «Град обреченный». Обреченный, обреченный. Года не те, чтобы писать стихи. Города не те, чтобы выйти из стихии. Кто вам сказал, что я прощу ваше лучшее? Полицейские вышли на улицу, ждут своего случая. Ждут своего случая. Шикарно. Да. Квантовой невесте. В парсеке от студии купил алкогольный нарзан. Дымлю в саксофон с куртуазным тарзаном. Прана выходит из космических ушей. На земле нашел втупную серьгу. Реинкарнирую свадьбу. Думаю жениться. Шикарно. Юра, ты готов читать следующий? Восьмой круг. Шикарно. Я читал. Скрупулезная коррупция. Давай. Восьмой круг. Давай. Давай. Скрупулезная коррупция фатафатума вышла на дорогу, просит ауром. Подайте, а то придет конец демократии. Подайте, иначе прикуют к кроватям. За голову возьметесь, будете рыдать, плакать, призывать отца и нашу матерь. Опрочем, то, что тут нового? Серебра не хватит, дайте ртути тонну. Все смеялись, в ладоши хлопали, хозяевами стали, не холопами. Веселясь, чигаш шел по улицам, по аллеям. Реализм под поезд лег, как-то Аннушка. Покатились строчки, сплахи, строчки головы. Дальше больно писать, видно опухоль. Или да, не понял? Да. Мне нравится все. Да ладно. Оно... Тебе нравятся Юрины стихи? Нет. И они ну, никому... Нормально, грамотно. Да, не тонешь. Что-то есть в этом, да? Сейчас. О, фетиш. Фетиш. Все? Поехали. Фетиш посвящается Марине Цветаевой. Девятый месяц. Какой невежа подбросил багрянец листьев на эту забытую землю. Ведь это же мой фетиш. Скрывал, страдал, резали по пальцам. Вот те кленовые. Один в один, как у Лигеи. Минея, четки. Ворожба закончена. Раскрыто преступление. Алис.